О, снова всем welcome, это снова я. Мы находимся на этот раз на другом полигоне. Вон там за моей спиной гора. С обратной стороны там тоже гора. Мы здесь сегодня опять же работаем. В командировке уже вторая неделя. Какие планы? Здесь сейчас приедут люди. Опять там телевидение, какие-то с муниципалитетов. ちょうどズームのカメラですね、この写真。よかった。よかったですね。 デジタル入れて20。デジタル入れて14まで。デジタルで14。オプトから7まで。7か3.5ちょっとよく覚えてないです。 Цель такая, что здесь топит постоянно, вот с этих гор спускается вода, и если не построить плотины, вот как здесь видно, небольшие, то будет затопление города, и вот в 2011 году этот город уже тут топило сильно, и люди пострадали, и имущество пострадало, в общем, и они решили построить плотины, и мы вот снимаем как бы с высоты, как это все построено, и вообще, чтобы сделать трехмерную модель данной местности вместе с плотинами. В общем, вот такую систему сейчас в 3D модели делаем. Ну, там много фотографий, видео. Но сейчас ожидаем тогда, пока подъедут, что еще будет, увидим. Так, хорошая погода, здесь горы. Это район южнее Нагоя. Нагоя где-то там... Между Нагоя и Осака, южный такой полуостров там. И вот мы там находимся. Здесь одни горы вокруг. Здесь кроме гор здесь нет нифига. Даже и кафешек нет. То есть тут здесь такая штука. Это местный музей, не музей, как вам сказать. Достопримечательность. Там внутри, кстати, интересные экспонаты. Можно зайти сейчас глянуть. Вот такая вот долина здесь. Мы вот где-то здесь находимся, где-то в этом месте. Это вот сам город, вот станция, название, потом кто хочет переведет. Тут даже по-русски написали. Не трогай. Здесь вот это макеты для показать, для того, чтобы показать, что будет, если пойдет селевой поток или вот этот вот грязевой поток с гор и без плотин, и с плотинами. Вот большие плотины. Здесь вот показано, как тут все разрушения были. Здесь, конечно, сильнейшие. Это... Вот как раз 2011 год, 10 лет назад. Вот так все здесь смыло. Ужасно, конечно. Тут показана как бы основная информация с Google карт. Все это вот. Тут земля и все остальное. Вот образцы земли, камней, точнее, разные. Вот здесь готовят эту комнату для конференции. Вот 2011 год видно отсюда. Затопило весь город.
такое вот коротенькое видео. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео о Японии. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч. Увидимся.